Эти инкубаторы во всем мире, инкубаторы, которые созданы для малышей, создают самые благоприятные условия для того, чтобы этот малыш оказался в тех условиях, в которых он находится в утробе. Как только он по каким-то причинам произошли преждевременные роды, какие-то препятствия были для дальнейшего прохождения беременности в утробе матери, этот малыш должен прийти в те условия, которые создают ему ту же влажность, ту же температуру, те же необходимые питательные средства. И этот расчет должен идти именно по специальным критериям. Я могу сказать очень много случаев из своей практики, где недоношенные дети весом 500 грамм добились в своей жизни очень больших результатов благодаря тому, что с первых дней и часов своего развития они попали на эти благоприятные условия.